Нападения вандалов в Новосибирске продолжаются. После испорченных стендов в Зайцовском парке и десятков памятников на Зайцовском и Клещихинском кладбищах хулиганы атаковали Михайловскую набережную. Минувшей ночью неизвестные вырвали две яблони, протащили их по набережной и сбросили на берег Оби. Еще четыре дерева пытались вырвать. Напомню, сейчас набережная закрыта на реконструкцию. Сперва променад вдоль парапета выложили плиткой и заасфальтировали велодорожки. Первый этап планируют завершить 15 октября. Деревья высадили только вчера, значит, они не простояли даже сутки. Новая аллея из аккуратных яблонь должна разделить две зоны – променад и велодорожки. В мэрии отметили, что приложат все усилия, чтобы найти нарушителей. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!